Стало известно, что стартовали съемки продолжения сериала «Папины дочки» для телеканала СТС. Проект получил название «Папины дочки новые». Спустя 10 лет к своим ролям вернулись Андрей Леонов, Филипп Бледный, Лиза Арзамасова, Мирослава Карпович, Нонна Гришаева, Александр Олешко и Ольга Волкова. Также известно, что Дарья Мельникова не появится в новых сериях телесериала. Уже известны некоторые подробности нового сериала. Незадолго до очередной годовщины свадьбы из дома сбегает Даша, оставив мужу Венику письмо, обручальное кольцо и 4 дочерей – Лизу, Диану, Арину и Соню. Теперь Веник вынужден стать для своих детей папой, мамой и другом. Съемки «Папиных дочек» проходят в павильонах «Амедиа», где художники за 1.5 месяца построили декорации квартир Васнецовых. Над продолжением работают как новые авторы, так и сценаристы предыдущих сезонов «Папиных дочек». Премьера сериала ожидается в новом телесезоне 2023 года.